Когда хотят завести комнатную собачку, часто выбирают маленьких собачек различных пород, полагая, что все маленькие собачки приспособлены к ленивой жизни на диване и играм с детьми. Маленькая вовсе не означает покладистая, спокойная и дружелюбная. Чтобы найти собачку именно с такими качествами, надо искать среди пород, специально выведенных для этой цели с учетом их физических и поведенческих особенностей. В нашем фильме мы расскажем о двух очень известных и популярных породах Ши-Цу и кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Эти собаки совершенно разные, но они похожи своим хорошим отношением к детям, исключительным умом, покладистостью и способностью жить, не создавая проблем даже в тесном помещении. Ши-Цу. Эта маленькая восточная собачка получила распространение при покровительстве Великобритании, но ее родиной является Тибет. Как и у всех восточных собачек, у нее за плечами тысячелетняя история, поэтому точные данные об эволюции этой породы отсутствуют. Можно предположить, что Ши-Цу возникла как результат скрещивания лхасского апсо и пекинеза. Сходство с ними говорит в пользу этой гипотезы. Первые экземпляры Ши-Цу появились в Европе в 1930 году при содействии сэра Дугласа Броминга, которому с большим трудом удалось вывести из Китая один экземпляр. Однако эта порода получила признание лишь в 1946 году, когда она вошла в регистрационную книгу Британского клуба собаководства. Внешне это крепкая собачка с густой шерстью и головой, похожей на хризантему, очень заносчивая. Она общительна и независима. Голова у нее широкая, округлая, глаза широко поставлены. Длинная, завязанная на голове в пучок шерсть, свисает по обеим сторонам к ушам, также покрыта шерстью. Морда короткая, квадратная, без морщин. Покрыта густой шерстью. Мочка носа черная, но у темно-коричневых собак и у собак с темно-коричневыми пятнами она темно-коричневая. Длина морды примерно дюйм или 2,54 сантиметра. Мочка носа прямая, чуть загнутая вверх. Верхний край мочки носа должен находиться на одной линии с нижним веком. Ноздри должны быть широкими. Узкие ноздри крайне нежелательны. Окрас мочки носа должен быть как можно более однотонным. Глаза большие, темные, круглые, но не выпуклые, широко расставленные, очень живые. Уши большие, хрящеватые, висячие. Они высоко поставлены и покрыты такой длинной шерстью, что она сливается с шерстью на туловище. Рот большой, с ровными, слегка выдающимися челюстями. Шея пропорциональная, с грациозным изгибом и достаточно длинная, чтобы гордо держать голову. Передние конечности короткие, крепкие и мускулистые, с развитым костяком, очень прямые, локти резко отведены назад. Длина туловища от холки до основания хвоста больше, чем высота в холке. Туловище должно быть крепким, с большой глубокой грудью, плотными лопатками и прямой спиной. Задние конечности тоже короткие и мускулистые, с развитым костяком, при взгляде сзади очень прямые. Из-за густоты волос собачка кажется очень массивной. Лапы плотные, овальной формы, с упругими подушечками, которые кажутся большими из-за густоты волос. Хвост покрыт обильной шерстью, задорно загнут над спиной, высоко поставлен, что создает эффект равновесия. Держится заносчиво. Движения плавные, гибкие, хорошие размашистые движения передних ног и сильные толчковые задних. Шерсть длинная, густая, без завитка, с хорошим подшерстком. Допускается небольшая волнистость. Шерсть на голове рекомендуется собирать в пучок.
Окрас допускается любой, но особенно ценится белая проточина на лбу и белый кончик хвоста. Идеальный вес 4,5-7,3 килограмма. А высота в холке не должна превышать 26,7 сантиметров. Тем не менее, типичные признаки породы важнее, и не следует жертвовать ими ради одного только размера. Из двух пород, о которых мы рассказываем сегодня, это более независимые, с меньшей потребностью в общении. Но это не значит, что шицу не питает особых чувств к хозяину, которого она любит и которого будет просто обожать, если он найдет способ завоевать ее уважение. Характер у шицу веселый и живой. Она не злопамятна, очень любопытна, подвижна и буквально излучает жизнерадостность, причем очень заразительную. Поэтому считается, что она прекрасно снимает любой стресс у тех, кто ему подвержен. С посторонними, напротив, она проявляет сдержанность, но забывает о ней, если новый человек ей нравится, и если он ведет себя дружелюбно по отношению к ней. Если же он ей неприятен, шицу ведет себя с ним несколько высокомерно и не подпускает близко, но не проявляя при этом ни агрессивности, ни озлобленности. Эта собака может также составить компанию пожилым людям, поскольку она не проявляет большой физической активности. Она бы с удовольствием сидела весь день на диване, но немного движения ей не помешает, потому что сидячая жизнь вредна для ее здоровья. Учитывая ее маленький размер, ей вполне достаточно небольшой ежедневной прогулки, лучше без поводка. Шерсть у шицу, как уже говорилось, всегда густая и длинная, но уход за ней зависит от того, является ли она просто комнатной собачкой или участвует в экстерьерных выставках. Комнатную собачку достаточно мыть раз в 2-3 месяца. По крайней мере, 2 раза в неделю необходимо расчесывать ее шерсть, чтобы удалить выпавшие волосы и избежать образования колтунов. Длина шерсти может быть не такой длинной, как у выставочных собак. Ее надо подстригать, чтобы при ходьбе она не касалась земли и не собирала бы пыль и грязь. Бороду и усы также желательно подстригать, как и челку над головой. Выставочные собаки требуют более тщательного ухода. Их необходимо купать каждую неделю. Перед купанием их шерсть смазывают бальзамом и норковым маслом, а также различными маслами после мытья шампунем. После этого шерсть сушат феном с рассеивающей насадкой. Воздух должен быть не очень горячим, чтобы не испортить шерсть собаки. Во время сушки следует расчесывать собаку металлической расческой по направлению туловища к конечностям. Высушив шерсть, необходимо расчесать ее на пробор от затылка до кончика хвоста, а шерсть на голове необходимо собрать в пучок и завязать ленточкой. После мытья, вплоть до выставки, собаку необходимо упаковать. Шерсть необходимо смазать маслом, разделить на пряди, завернуть в тонкие полоски веленевой бумаги и перетянуть резинками. Можно даже надеть на собаку носки, чтобы при почесывании она не попортила себе шерсть. В день выставки ее моют щадящим шампунем, чтобы смыть масло, и расчесывают шерсть расческой. Во время сушки опять делают пробор, собирают челку в пучок и подстригают ножницами шерсть на ногах. Последний раз ее расчесывают непосредственно перед выходом на ринг, используя в случае необходимости специальный кондиционер с антистатическим эффектом, который распыляет по всему туловищу собаки с помощью аэрозоля. Это, конечно, работа не из легких, но только так собака может предстать на выставке в лучшем виде с прекрасной ухоженной шерстью. Несмотря на свой хрупкий вид, шицу – очень выносливая собачка. Она редко болеет и живет довольно долго. Тем не менее, надо внимательно следить за ее питанием, чтобы она не растолстела,
и не испортила себе печень сладостями и печеньем. Каждый день ей необходимо чистить глаза и слуховые проходы. Это слабые места данной породы, подверженные частым воспалениям. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Эта порода появилась в 1600 году, когда король Англии Карл I скрестил японского хина, японского спаниеля, с декоративным спаниелем, уже известным в Англии. Но его сын Карл II буквально потерял голову из-за этих собак. Говорят, что по дворцу бегала целая сотня этих собачек, и что из-за них король пренебрегал государственными делами. Эти собаки названы в честь короля. Согласно легенде, когда ему отрубили голову, вместе с хозяином сложили головы на плахи две его собаки. Три головы полетели вместе. Согласно этой же легенде, когда спаниели зарываются мордой в лапы, грустно подвывая, они вспоминают об этом печальном событии. Эти приступы тоски свойственны данной породе, в основном отличающейся веселым, бесшабашным нравом. Стандарт этой породы был утвержден в 1928 году. Еще до этого в результате скрещивания, кажется, с мопсом была получена новая порода – Кинг Чарльз Спаниель. Не стоит путать между собой эти две породы, потому что они совершенно разные. Кинг Чарльз отличается более сильным характером, череп у него более выпуклый, глаза больше и не так глубоко посажены, уши низко поставлены. Внешне он гораздо более привлекателен, чем кавалер Кинг Чарльз. Но на этом его преимущество заканчивается. Он гораздо более подвержен различным заболеваниям. И сейчас для воспроизведения стараются отбирать особи с более удлиненной мордой и более плоским черепом. Согласно некоторым исследованиям, более крупные экземпляры этой породы с маленькими глазами были приспособлены для охоты и являются предками английского кокер-спаниеля. Сегодня кавалер Кинг Чарльз и Кинг Чарльз очень различаются между собой. Обе эти породы еще мало известны, но они, особенно кавалер Кинг Чарльз, завоевывают все большую симпатию собаководов. Внешне она активна, грациозна, пропорционально сложена, жизнерадостна, ласкова и добродушна. Характер у нее веселый, общительный. Она не агрессивна, но никогда не выказывает страха. Череп между ушами плоский, стоп слабо выраженный. Длина перехода от лба к морде примерно 3,8 сантиметра. Мочка носа хорошо развитая, но не рыхлая. Морда чуть суживающаяся. Губы крупные, но без брылей. Щеки хорошо заполнены перед глазами. Слишком узкая морда нежелательна. Глаза большие, круглые, но не выпуклые, темного цвета, широко расставленные. Уши длинные, высоко поставленные, покрытые обильной шерстью. Челюсти крепкие, с полным набором крепких, прекрасных зубов. Резцы должны быть перпендикулярны челюсти. Прикус – тесный перекус. Шея средней длины, слегка изогнутая. Плечи покатые, передние конечности имеют средний костяк. Грудная клетка средняя, поясница короткая, ребра выпуклые. Спина прямая. Задние конечности имеют средний костяк. Углы должны быть правильно сформированы. Без всякой тенденции к воспалению связок, закрытые скакательные суставы также считаются дефектом. Лапы компактные, с хорошей оброслостью, с развитыми подушечками. Длина хвоста должна быть пропорциональна длине тела. Хвост хорошо посажен. Собака несет его весело, но он не должен подниматься выше линии спины. Движения легкие и грациозные, хорошие толчковые движения задних конечностей. Передние конечности параллельны задним, если смотреть на них спереди. Шерсть длинная, шелковистая, без завитка. Допускается небольшая волнистость. Должен присутствовать в изобилии украшающий волос. Шерсть не следует ничем обрабатывать. Допускается четыре вида окраса. Черно-подпалый,
Это черные цвета вороного крыла с подпалинами над глазами, на внутренних сторонах ушей, на груди, на носах и на хвосте. Подпалины должны быть ярко-рыжего цвета. Белые пятна не допускаются. Рубиновый спаниель имеет сплошной красный окрас. Белые пятна не допускаются. Бленхейм – это яркие пятна на жемчужном белом фоне. На голове они располагаются симметрично, оставляя между ушами ромб белого цвета, который высоко ценится, поскольку считается признаком породы. Трехцветные, с крупными, хорошо ограниченными и симметрично расположенными пятнами белого и черного цвета, с рыжими отметинами над глазами, на щеках, на внутренней стороне ушей и на нижней части хвоста. Другие виды окраса бракуются. Вес от 5,4 до 8,2 килограммов. В этих пределах собака остается маленькой и гармонично сложена. Кавалер Кинг Чарльз очень ласковый и дружелюбный со всеми собаками. Достаточно оказаться в питомнике, чтобы тебя тут же окружили со всех сторон маленькие мордочки и хвостики, виляющие от радости, как будто вы с ними старые знакомые. Их легко воспитывать и дрессировать. Они прекрасно ладят с поводком, никогда не тянут, и их не приходится тянуть. Они довольно дружелюбны с другими собаками, а также с кошками и другими маленькими животными. Частенько эти собаки спят в обнимку с кошками, потому что кавалер Кинг Чарльз всегда стремится к физическому контакту и теплу. Эти собачки с добрыми глазами – настоящая слабость собачников. Их охотно берут и больше с ними не расстаются. Если вы не хотите, чтобы собака спала на вашей кровати или на каком-то кресле, необходимо дать понять ей это с первого дня. Если вы позволите ей сделать это один раз, то больше никогда не отучите. Она бывает капризной в еде. Особенно если идти у нее на поводу, когда она воротит от миски нос, и менять ей еду каждый раз, когда она не ест. Если же она видит, что в миске лежит та же еда, что она не съела, она перестает хитрить. Это очень чистоплотная собака, которую очень легко приучить не пачкать в доме. Она прекрасный товарищ для детей, а частенько их верный и надежный сообщник. Она не злоупотребляет лаем и подает голос только в случае необходимости. Несмотря на свой маленький размер, это бдительный и надежный часовой. Она сразу же чувствует присутствие постороннего и всегда бежит ему навстречу, чтобы поприветствовать. Смело указывает на возможную опасность, как, например, на присутствие в саду животных-вредителей. Единственные проблемы этой породы связаны с родами. Не такими драматичными, как у Кинг Чарльза, но, к сожалению, здесь тоже приходится часто прибегать к кесареву сечению. Щенков обычно бывает мало. Двое, трое, реже четверо. В остальном кавалер Кинг Чарльз очень крепкая собака. Достаточно только вовремя чистить ей глаза и уши, они легко воспаляются. Эти собаки легко приспосабливаются к климатическим условиям и могут спать даже в саду, но предпочитают жить в доме рядом с хозяином, которого обожают. Шерсть кавалера не подрезают и тем более не стригут. Чтобы поддерживать ее в прекрасной форме, достаточно ежедневно расчесывать ее. Чтобы собака не испачкала уши во время еды, лучше на время кормления надевать ей специальный чепчик. Собаки, о которых мы вам рассказали, широко распространены. Благодаря их большим достоинствам число их почитателей все растет. Когда на какую-то породу возрастает спрос, возникает серьезная опасность, потому что тут же появляются всякие импровизированные собаководы, импортеры, торговцы, которые гонятся лишь за количеством щенков, забывая о качестве. Излишне говорить, что щенок, появившийся из ненадежного источника, никогда не станет хорошей собакой.
Это означает не только то, что он не станет победителем выставок. У него могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем или с характером. То есть не будет никакой гарантии, что на практике мы получим такую собаку, какую ожидали получить, выбирая эту породу. Поэтому главное при выборе собаки – информация. Никогда не приобретайте щенка случайно. Тщательно выясняйте его происхождение, родословную. Кто его родители? Какой за ним был уход? Какие прививки были сделаны? Если продавец, кем бы он ни был, не может ответить на эти вопросы, уходите. Никогда не покупайте щенка, которому меньше 40 дней. В таком нежном возрасте он еще не может жить в обществе, как положено. Это значит, в будущем у него будут проблемы с характером, и даже здоровью его может угрожать опасность. Говоря о родословной, запомните, речь идет не о справке с выставки, что его родители чемпионы, а лишь о документе, подтверждающем принадлежность щенка к его породе. Щенок без родословной – это потенциальный метис. Даже если он кажется настоящим шицу или пуделем, коммерческой ценности он не имеет. Родословная не должна оплачиваться отдельно. Она должна быть включена в цену породистого щенка. У щенков, рожденных в Италии, должно быть свидетельство «Лой» или «Лир». Это единственные документы итальянского кинологического общества. Если щенок рожден за границей, у него должно быть свидетельство какой-либо организации, признанной Международной кинологической федерацией или аккредитованной при ней. Фальшивые документы, которые частенько выдаются за международную родословную, это всего лишь листы бумаги. Они не могут быть признаны итальянским кинологическим обществом и, следовательно, ни на что не годятся. Но как бы ни были важны бюрократические моменты, гораздо важнее сам выбор собаки, которая будет жить бок о бок с нами долгие годы. Прежде чем его сделать, необходимо хорошенько подумать. Не следует руководствоваться поверхностным впечатлением, например, окрасом или симпатией, которые внушает вам щенок. Чтобы найти собаку, которая по-настоящему вам подходит, если вы сами не являетесь специалистом в этой области, следует обратиться в один из клубов собаководства, признанным кинологическим обществом и, возможно, связанным со специализированным обществом, которое занимается разведением интересующей вас породы. В этом случае мы можем полностью положиться на опыт собаковода, честно и ясно объяснив ему, какую именно собаку мы хотим. Не стоит просить самого красивого щенка, если мы ищем собаку не для участия в выставке, а как товарища для наших детей. В этом случае надо попросить щенка общительного, не очень своевольного. Если собака нужна для пожилого человека, надо выбрать самого спокойного щенка. Если для человека молодого, то самого веселого и так далее. Самое главное – четко представлять, что нам нужно, и обратиться к надежному человеку, если хотим приобрести собаку себе под стать, способную осуществить нашу четвероногую мечту. Если мы покупаем собаку в клубе собаководства, щенок будет уже татуирован, без глистов, с прививками. Собаковод даст вам медицинскую карточку с датами прививок, которые необходимо осуществить, и почти всегда даст вам ценные советы по питанию и уходу за щенком. Если мы получили щенка в подарок, купили его в магазине или у частного лица, прежде всего необходимо выяснить, получил ли он противоглистное лечение и первые прививки против чумки, гепатита, лептоспироза и парвовироза. Если выяснить это не удается, необходимо немедленно показать щенка ветеринару, чтобы тот оценил состояние его здоровья, дал советы по кормлению и назначил санитарно-гигиенические мероприятия. К сожалению, на 100% это не избавит нас от неприятных сюрпризов. Самые тяжелые инфекционные заболевания имеют длительный инкубационный период. Внешний щенок может казаться здоровым, но уже носить в себе вирус, который в любой день может вызвать тяжелые заболевания. Лучшей гарантией является осмотрительность в покупке. Во всех других случаях, если речь идет не о метисе, необходимо принять простые профилактические меры. Не выпускать щенка из дома и не допускать его общения с другими собаками до тех пор, пока вы не будете уверены, что он здоров, и пока не будет проведен первый цикл прививок.
Что же касается татуировки, напоминаем, что по закону это обязательно. И если она не была сделана в клубе собаководства, необходимо обратиться в филиал общества собаководов вашего города, где вам дадут номер и аббревиатуру, которые необходимо вытатуировать. Эту простую операцию может сделать любой ветеринар, но ее также можно сделать бесплатно в любом отделении санитарной службы. Собаке будет сделана местная анестезия, чтобы она не чувствовала боли, поэтому беспокоиться нечего. Татуировка может принести огромную пользу в случае исчезновения собаки, потому что позволяет быстро выйти на хозяина. Если речь идет о собаке маленького размера, лучше подождать 5-6 месяцев. Таким образом, внутренняя поверхность бедра станет достаточно развитой, чтобы ветеринар мог сделать хорошо заметную татуировку.